Арнольду Шварценеггеру захотелось вновь погрузиться в политику. Премьер Британии нашла способ бороться с влиянием российской дезинформации. И о книге Без слов, которая стала бестселлером, поговорим сегодня. Здравствуйте! Губернатор Калифорнии, всеми любимый актер Арнольд Шварценеггер подумывает над решением принять участие в выборах в Сенат Конгресса США в следующем году. Как пишут американские источники, Шварценеггер может побороться за кресло сенатора в качестве независимого кандидата. Отмечается, что он также заинтересован в более серьезном противостоянии с президентом США Дональдом Трампом, чем обычные споры в соцсетях. Ни для кого не секрет, что их взгляды расходятся во многих вопросах, например, политических реформах, иммиграционной политике, а также в изменении климата. Давайте вспомним, что еще в начале февраля Шварценеггер предложил Трампу поменяться с ним местами. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что именно тесное сотрудничество Евросоюза с западно-балканскими странами поможет противостоять российским компаниям дезинформации. В качестве довода она привела предполагаемую попытку переворота в Черногории. В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским компаниям дезинформации, которые дестабилизируют ситуацию и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом, сказала британский премьер на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе. Мы уверены, что нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности всего Евросоюза. По ее словам, Британия намерена выстроить более тесные связи со странами региона, а уже в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками. Напомним, что сейчас на плечах у за мои груз посерьезнее, это, естественно, вывод своей страны из Европейского союза. Причины проголосовать за демократов поместились на 266 страницах, причем пустых. Американский журналист Майкл Ноус выпустил книгу, и она сразу же стала бестселлером сетевых продаж. Аннотация на сайте Amazon характеризирует книгу как наиболее тщательную и стройно выстроенную апологию демократической партии из когда-либо появлявшихся. Аннотация на обложке состоит из единственного слова «исчерпывающее». Сомнений нет, напротив чего имени поставил галочку Ноус 8 ноября. А мы прощаемся с вами до понедельника. Команда Дукаскопи ТВ желает вам хороших выходных.